Добро пожаловать на канал Hard Reset Info, дорогие друзья. Перед нами устройство Oppo Find X5 Lite. И сейчас я покажу вам, как на этом устройстве войти в режим Recovery. Для начала нажимаем и удерживаем кнопку питания. Но только надо это сделать немножко дольше. Нажимаем и удерживаем. Нажимаем выключить питание, выключить. Ждем, пока телефон выключится. Затем одновременно нажимаем кнопку питания и уменьшение громкости. Отпускаем кнопку питания, когда загорится логотип Oppo. Вот и все, мы в Recovery. Можем выбрать язык Recovery и пользоваться. Спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь. До свидания.